Привет всем! Хочу вам сегодня показать яблони от садов Урала. Вот это у нас первая яблонька, которую выписывали в этом году. Таких три веточки хороших выросло у нее. Называется эта яблонька приземленная. Такая вот. Все три яблоньки, которые вот выписывали, они хорошо прижились. Вот это еще одна яблонька, называется она Соколовская. Тоже она невысокая. Здесь тоже, наверное, здесь 5 веточек. Так вот отросла она хорошо. Сразу они укоренялись. Неплохо так. И корешков наросло много у них. И вот еще одна яблонька, называется она Брат Чудного. Здесь вот таких две боковых веточки пошло и одна высокая вот такая. У нас растет яблоня чудная, называется. А вот это вот брат чудного. Ну, я так понимаю, она тоже такая, как стелющаяся немножко. С паниковой кроной, наверное. Ну, вот третья яблонька от садов Урала. Все три отросли. Ну, и главное, чтобы они, конечно, хорошо перезимовали. Я сейчас покажу две других яблоньки, которых раньше мы покупали. Вот это вот яблоня чудная. В прошлом году на ней было прям много яблок хорошее. Вот у нее такая вот крона. Паниковая как бы. Раскидистая. И еще одна яблоня называется Лойка. Такая вот высокая яблонька. Ей, наверное, уже года 4 или 5. Яблочки на ней есть, но не так много. Она чудная. Вот в прошлом году было хорошо так яблок. А на этой наоборот. Было совсем немножко. Но вот нынче чуть-чуть здесь побольше. Поэтому такие вот яблоньки от садов Урала. Все три прижились. Ну и так в целом неплохо себя чувствуют. Главное, чтобы перезимовали.